Всем привет! Вы на канале NCAP, и сегодня я буду вместе с вами собирать мой чемодан на море. Уже вот-вот я улечу в Турцию, где я буду отдыхать недельку вместе с моими родителями. И сегодня как раз-таки я решила собрать чемодан вместе с вами. И также я хочу вас предупредить, то, что в Турции я буду обязательно снимать влоги. Я надеюсь, что я вас этим обрадовала. И поскольку я улетаю в воскресенье вечером, а снимаю это видео в пятницу, к сожалению, мне сегодня не получится собрать этот чемодан полностью, но я обязательно покажу все вещи, которые я хочу с собой взять в этом видео. Поехали! You and I and nobody else. Feelings I never felt. И также, как вы могли догадаться, я пропущу 1 сентября и первый день школы. Ну, а мы давайте с вами начнем наконец-то собирать этот чемодан. И это видео я уже переснимаю, наверное, раз в пятый. В общем, чемодан у меня обычный. В этом году у меня отдельный чемодан. Он коричневого цвета. На дно моя мама уже положила полотенце. Они тоже самые обычные, поэтому я не буду вам их показывать. Мы начнем с того, что я покажу одежду, которую я буду брать с собой. Вся она находится в пакете из Энчантема. Мы начнем с шорт. Я беру с собой вот такие вот полосатые шортики из акулы. Вот такие вот джинсовые, совершенно обычные шортики из Бифри. Ну а также мой джинсовый комбинезон из Glory Jeans. Я надеюсь, что вы его хорошо видите. Я беру вот такой вот топик, но в нем я буду не просто ходить, а плавать, так как у него подходящий материал. В прошлом году я тоже брала его с собой в Турцию, и он мне пригодился, так как я очень сильно обгорела, и солнце все еще как бы светило, я еще сильнее обгорала, и вообще купальник мне натирал, и я вспомнила о том, что у меня есть замечательный топик, и я использовала его как верх от купальника, и он очень хорошо годится на эту роль. Дальше вот такая вот белая футболочка из детского мира. Вот с принтом Monster High. Беру вот такую вот красную майку из Бифри. Также беру вот эту мою самую любимую футболочку в полосочку с надписью Hey Baby и крокодильчиком. Ее я покупала в Остине. Такую вот белую футболку с надписью Cactus Queen из магазина Твое, который я тоже очень-очень люблю. Вот такой вот розовенький топик из Бифри с ананасом. В этой футболке я поеду. Ее я покупала в детском Остине, она с пандочкой. Этот пакет из H&M и комбинезон я уже положила в мой чемодан. Также я буду брать с собой шляпку и мою кепочку, которую я тоже очень сильно люблю. Также я беру вот эту вот сумочку. Она на ремешке, ее можно носить через плечо. Ну, ремешочек я сложила внутрь для экономии места. В этой косметичке у меня лежат различные украшения, разные кулончики, сережки, гвоздики, также карандаш для губ, гель для тела с блестками, который я использую вместо теней, и зеркальце, резинки для волос. В общем, все по мелочам. Еще я беру пижамку с единорогом, вот верх от этой пижамки. Также я беру вот такой вот платочек с принцессами, такого вот зеленого цвета, наверное. Его я буду повязывать вот таким образом. Именно для этого я его и беру. Также я беру вот такой вот пакетик, где лежит мое нижнее белье, а также мой купальник и носочки. Купальник я вам покажу только вверх. Он запутался. В общем, вот такой вот купальничек. В моем чемодане будут лежать вот такие вот босоножки. И еще я хочу вам сказать то, что если какие-то важные вещи, типа каких-либо пляжных сумок или чего-либо еще вы не нашли сегодня в моем видео, эти вещи будут лежать в чемодане моих родителей. Так что да.
И также предметы личной гигиены, типа зубной щетки, пасты, мы будем класть в самый последний момент. Сейчас я вам покажу платье, а также одну юбку, которую я буду брать с собой на вечер. Я беру с собой вот такое вот морское платье голубенького цвета. Вот белое платье, в котором я была на свадьбе. Такое вот платье с лимонами, которое вы, кстати, могли видеть в моем инстаграме. Мой ник написан в описании. Найдите меня и подпишитесь. Я чуть не забыла вам показать мою юбочку. Она черного цвета и с полосочками по краю. Это все платья, которые я хотела взять с собой. Также я буду брать с собой планшет, телефон, различные зарядки для них, наушники и так далее, но я тоже это положу в самый последний момент. Также я возьму с собой солнцезащитные очки. Я возьму с собой какую-нибудь книжку, либо электронную, либо обычную. Вот такие вот очки для плавания, они у нас в чехле. Беру с собой флеш-тату, ластик, простой карандаш и точилку, скетчбук. Ну, на этом мы почти закончили собирать мой чемодан. Также я беру с собой кеды, в них я полечу. Также я полечу в джинсах и в моей джинсовке. И, скорее всего, какую-то технику я буду с собой брать вручную класть. И вроде бы это все, что я хотела вам сегодня показать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И также я буду еще брать с собой сланцы, да, чуть не забыла. В общем, я очень для вас старалась. Я надеюсь, что вы оцените это видео лайком. И, возможно, поделитесь этим видео с друзьями. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю и всем пока-пока!